Всем привет! Сегодня будем готовить маринованную свеклу. Такое незатейливое блюдо можно добавлять в салаты или в борщ, использовать в качестве гарнира к мясу, или же просто подать как закуску. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем кастрюлю, вливаем в нее воду, уксус, подсолнечное масло. Добавляем соль, сахар, горошины черного и душистого перца, а также лавровый листочек. Все это хорошо размешиваем и отправляем на огонь. Доводим до кипения и даем полностью остыть. В это время чистим овощи, а затем измельчаем их. Лук режем полукольцами. Запеченную свеклу натираем на терке для корейской морковки. Ее можно порезать меленькими ломтиками или же соломкой, если нету терочки специальной. Берем литровую банку, выкладываем в нее слой тертой свеклы. Затем слой лука. Опять свеклу. Лук. И так дальше, пока все уложим в баночку. Теперь заливаем все остывшим маринадом. Закрываем капроновой крышкой и отправляем в холодильник на сутки, а можно и больше. Вот и все. Вкусная и полезная маринованная свекла готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.